Аня Васильева, командир отряда. За плечами первый класс. В подчинении с десяток мальчишек. Они беспрекословно выполняют ее команды. Единственное, признается Анна, тяжело 17 дней подряд без выходных вставать в 7:30 утра. Бывает иногда только. После сбора и разбора палатки с этим заданием худо-бедно справились, малыши отправились играть со спичками. Но без привычки, хотя какие их годы, поджечь ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза не получилось. Взрослые помогли. А вот у старших товарищей этот этап заминки уже не вызвал. Спички никого не напугали. Костер развели за секунду. Молодцы, все, финиш у вас. А у них позже. В эти дни в пришкольных лагерях заканчивается первая летняя смена. 180 учащихся 10-й школы по итогам проведенной смены сдавали в понедельник своеобразный экзамен. Педагоги проверяли, усвоены ли навыки походной жизни. В этом году ребята нашего лагеря «Непоседы» отправляются в путешествие на гору вершину Олимпа. Они покоряют эту вершину и по пути... Они проходят различные реки, горы, пропасти. И в итоге они найдут сокровища, сундук с сокровищами. Дружба, взаимовыручка, умение сосредоточиться в нужную минуту. Эти качества воспитанники лагеря «Непоседы» закрепляли как могли. Алина, быстрее, выше ноги. Алина! Не задела. Так, выше ноги, выше. Главное, чего мы хотели здесь добиться, это научить ребят работать в команде, чувствовать плечо друга, осознавать роль каждого при достижении единой цели. И кроме того, дети приобретут навыки и знания при сборке рюкзаков, дальше палатки и разжигании костра. Нас не разлучит ничто и никогда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Насколько понадобятся навыки выживания в дикой природе школьникам, пока неизвестно. Но то, что они аппетит нагоняют и крепнет дружба, это точно. Педагоги с поставленной задачей не просто занять, а заинтересовать детей, похоже, справились. Большинство ребят хотят остаться на вторую и даже третью смену. Конкурсы, концерты, игры, веселье. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.